Давай, спасайте меня! Ребятушки, всем привет! Сегодня мы опять продолжаем эксперимент «Жидкий азот против». Сегодня у нас жидкий азот против рыба. Вот у нас рыбы, зеркальные карпы. Какие-то они здоровые. Кто из вас пойдет? Нам бы поменьше. Сразу скажу, что ни одна рыба в этих экспериментах не пострадает. Вот, назовем его Семен. Семен, ты с нами едешь. Семен, давай. Красавчик. Сема полетит на самолете. Ребятушки, ну вот с нами Фаиль. Всем привет! Фаиль притаранил уже аквариум, наливает в него воды. Ребята, здесь готовится. Да. Мясо. Семен, ты живой? Живой. Берем Семена. Опасный момент. Семен. Семен, иди. Семен улыбается, кстати. Иди на свободу. О! Семен, молодец. Улыбайся на камеру, Сема. Так, мы сейчас берем рыбу и опускаем ее в жидкий азот. По жизни. Вообще, как бы, это трэш на самом деле. Сибирские рыбы, там всякие омули, я не знаю, там караси всякие, которые живут в озерах, а озера, как мы знаем, замерзают, до самого дна промерзают. Они просто живут во льду. И как бы с ними ничего не происходит, они отмораживаются. И потом снова живут, плавают, размножаются, и прочее происходит. Так. Давай быстрее, морозить. Мы сейчас. Я знаю, что морозить терпится. Правила какие? Как бы. Рыба защищает только ее верхний слой, ее шкура, ее жир и прочее, поэтому рыбу, кстати, жир запасает, да, на зиму все дела. Вот поэтому где-то такую рыбу секунд на 20-30, не больше опускаем, чтобы она сверху замерзла, и потом опускаем обратно, формарем. Поехали. Он сумербит. Девчатки, ладно, галазик. Семен, пада! Опускаем, 20. 16, 15, 16, 15, 14, 13, 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 13
Отходит. Да. Честно говоря, у меня сердечко прям бьется за Семена. О, начал дышать. Вот здесь... Он начинает дышать. Давай, Семен, живи! Хэштег Сема, живи! Сема, да. Живи, мы все верим. Видно, как цвет меняется, то есть лед с ним спадает, оттаивается. Ну, вообще, рыба у нас хладнокровные животные. Позвоночные. Да, сердца нет, да, у него? Да, сердце есть. Как бы им не нужна высокая температура. Ну, за исключением некоторых рыб, не всех. Вот Семен оттаивает. Что-то он на дно пошел. Ну, что так на дно пошел? Не, смотри, всплывает уже. Рыба пошла ко дну, это хорошо. Так. Давай, Семен. Вот он уже начинает ртом шевелить. Мне кажется, он ожил. Просыпается. Вот это трезвый прям. Сильно волновался за Семена? Да. На самом деле он впал в спячку, Семен, он набился, спал. Семен, сейчас он проснется. Он скажет, ребята, вы что, уже зима пришла? Можно еще раз скажет? Ну, я хочу еще поспать. Представляете, рыбы спят, да? Как лошади стоят, только рыбы во льду спят. О! Че, все, плывет? Ну, смотрите за кожей, как. Все. Братан, прости. Не, ну, ребят, это вот мы спроецировали ситуацию, когда рыба замерзает в озере. То есть, когда озеро до дна промерзает, и рыба всю зиму вот так вот. Мы ему всего на 30 секунд, ну, грубо говоря, сколько он отморозился? Минуту полторы. 10 секунд мы его замораживали. Нет, отморозился. Да. Ну, на повремени себе делать. Где? Семен, ну все, ты теперь отморозок полнейший. Ну, мы хотя бы спасли его от того, что кто-то взял бы и съел его. Сейчас пойдем Семена отпускать на вольные хлеба. Больше замораживать все не будем, просто ради эксперимента это сделали. Ну, еще раз повторю, что это в природе то же самое происходит, поэтому не надо нас корить, что мы там издеваемся над рыбой. Это в природе естественный процесс у рыбы. Она на зиму замерзает и потом оттаивает лед. И... Были, конечно, предложения там полностью заморозить рыбу, разбить ее, но мы от этого отказались. Вот, у меня таких не было предложений. Я сразу сказал, ой, нет, не надо. Ребят, ну что, вот мы в естественной среде обитания рыб, уток. Главное, это всегда хороший, добрый конец. Да. И рыба возвращается в свое естественное место обитания. Что, она хлеб сегодня жжет, пускай ест естественную пищу. Стой, хотя, ребята, если кто-то есть, ихтиологи, я не знаю, не все это среда для карпа. Да. Тем более мы же его не в течение, а здесь так, это... ну я тут не ихтиолог, я не разбираюсь. Ну давай отпустим. Давай, наш вот Семен. Вон рот, покажи его. Он живой, все хорошо.
Семен, Семен, давай по льду. Семен, попер. Все, Семен, давай. Тихо. Сейчас у нас водится. Семен, удачи тебе в личной жизни. Сейчас какой-нибудь рыбак кидает удочку и Семена вылавливает. Ну, эксперимент, считаю, пройден удачно. Карп выжил, мы довольны. Нет, довольны все. И еще раз говорю, и что... счастливы, да. Попробуйте только в суд подать, вы, защитники животных. Нет, ну это естественный процесс. Да, вообще... да, я про то же. Уту помогает. Рыбу все едят, а тут мы просто подморозили. Как... Ну, как... Некоторые рыбы вообще вон в аквариум пираньям кидают. Ничего страшного. Это все шутки. На самом деле, спасибо Ньютон Парку, Фаид. Пожалуйста. Ньютон Парк у нас парк научных развлечений. Ссылка на их сайт в описании, ребят. Красноярск, приезжайте, приходите. Все весело, все задорно. И ждем отписки ихтиологов. Нет, мы ждем подписки ихтиологов на наш канал. Нам отписки не нужны. Все, ребят, давайте. До новых встреч. Счастливо.